Здравствуйте, дорогие друзья и гости канала. Вы на канале Мир Растений. Сегодня буду рассказывать о суккуленте Хаворте фациата. Это бесстебельное растение с розеткой из толстых листьев, способных накапливать влагу, впрочем, как и все суккуленты. На листьях имеются небольшие полосочки. Любит Хаворте солнечное место, но не прямые солнечные лучи. Оптимальная температура летом для Хавортии 22-25 градусов, зимой можно и пониже, 10-13 градусов. Моя Хавортия обросла детками. Сейчас весна, как раз то время, когда можно Хавортию отделить от деток и посадить отдельно детки для размножения. Я беру почву, готовую для суккулентов и кактусов, с преобладанием песка. И дренажные отверстия здесь большие. Гравий я сюда не кладу для деток. Аккуратно разделяю куст, отделяю детки. Детки можно подсушить в течение 2-3 дней. Но можно и сразу посадить в горшок. Детки уже хорошо развитые, думаю, проблем с этим растением не будет. У меня, в принципе, никогда проблем с пересадкой и отделением деток не было. Полив всегда старайтесь, чтобы у вас был умеренный по мере пересыхания почвы, и старайтесь, чтобы вода не попала в центр розетки, чтобы не было там застоя воды и не спровоцировать гниение куста. Подкармливаю я суккуленты раз в год весной минеральными удобрениями для кактусов и суккулентов. Больше они у меня в удобрении не нуждаются. Опрыскивать это растение не нужно, но они не слишком чувствительные к влажности воздуха. Переносят как и сухой воздух, так и влажный. Вот такой замечательный результат у меня получился. На этом я с вами прощаюсь. Желаю вам всего хорошего. До новых встреч. Красивых вам цветов в доме и в саду.